Здравствуйте. Беспокоит вас Главное управление МВД России. Меня зовут Кривобоков Александр Петрович, старший лейтенант юстиции. Вы повестку получали, ознакомливались с ней, скажите? Какую повестку? Вам была перенаправлена повестка на дачу показаний касательно уголовного дела. С вами разве участковый вас не связывался? Нет. Информировал вас? Нет. Не информировал. Тогда давайте я вас проинформирую. Только я должен буду предупредить, что у нас ведется запись телефонного разговора. У нас тоже. К вам претензий... К вам говорю сразу, претензий никаких нет, есть только вопросы. Вам кем гражданка Никулина Виктория Ивановна приходится? Прабабушкой. Прабабушка 91-го года рождения? Проснитесь. 1891 года рождения, все верно. Как давно контактировали с ней? Перед самой ее смертью. Что делали? Контактировал. Как именно? Коснулся ее руки. Где проснулись? Проснулся дома. Сколько времени было на часах? Часы стояли. Ориентировочно. Стояли часы. На месте? На стене.